Сегодня мы проводим всероссийскую акцию «Елка желаний», которая на территории Российской Федерации проходит уже 4-й год. И в этом году основным оператором акции является Российское движение детей и молодежи, движение первых. И мы, как региональное отделение, проводим уже не первую «Елку желаний». Сегодня мы в Фонде защитников Отечества. Подарить вкус детства и праздника, особенно когда это действительно нужно, главная задача волшебной акции. Она стартовала 15 ноября для детей в возрасте от 3 до 17 лет. На официальном сайте «Елка желаний РФ» родители рассказали о заветных мечтах и стремлениях детей. Основная категория, для кого это делается на сегодняшний день, это участники СВО. Те, которые находились там или же сейчас находятся, которые семьи здесь, в тылу. Для того, чтобы можно было хоть как-то скрасить предновогодние дни и немножко порадовать детей, участников боевых действий, мы проводим эту акцию. Кто-то мечтает о поездке в другой город, а кто-то хочет научиться играть на музыкальном инструменте. Предела фантазии нет. Валерия, Ульяновская область, город Ульяновск, 10 лет. Мечтает о гитаре. Ну и номер самого пожелания. Поэтому желание будет исполнено. Надежда, Ульяновская область, город Ульяновск, 3 года. Мечтает о кукольном домике. Я уверена, что он принесет ей счастье, она вырастет настоящей принцессой. Посмотрим, что они у нас желают. Алина, Ульяновская область, город Ульяновск, 12 лет, мечтает о синтезаторе. Каким бы ни было детское желание, оно должно быть исполнено. В этом и есть суть акции «Главное новогоднее чудо». Для меня большая честь сделать маленькое чудо и подарить небольшую радость тем детям, которым это сегодня нужно. Участие в акции может принять любой взрослый.